Молодежный центр «Мир» в сентябре встречает своих посетителей закрытыми дверьми. Причина тут явно не в отсутствии гостеприимства. Но в чем же тогда? Регина Валентиновна, по какой причине закрыт молодежный центр «Мир»? У нас, наконец-то, начинается очень крупный ремонт. Будут отремонтировано отопление в большом зале и в гримерках. За сценой будет новая одежда сцены, будет новое освещение в зале абсолютно. Будет произведен также и косметический ремонт большого зала. В фойе будут очень большие перемены и в помещениях центра. Ну, несмотря на то, что здание огромное, оно, в принципе, не очень предназначено для каких-то занятий. И поэтому мы в настоящий момент находим хотя бы небольшие какие-то помещения, ремонтируем их для того, чтобы там сделать студию, допустим, для медиа-центра. Помещения для занятий на ударных инструментах внизу, то такие небольшие помещения центра тоже будут отремонтированы. Нашей съемочной группе удалось подсмотреть за процессом выполнения ремонтных работ. На сцене концертного зала, которую, кстати, уже сложно узнать за строительными лесами, работают не привычные для этого здания артисты, а строители. В скором времени выступающие смогут оценить новый занавес и кулисы, световое оборудование, кстати, о том, что его пора бы поменять, давно говорили выступающие, и, конечно, отдельное помещение, рубка, обрадует звукорежиссеров мира. Изменения после ремонта посетители смогут увидеть сразу у входа. Фойе будет представлено в новом цветовой гамме. Пока же первый этап работы – оштукатуривание стен. Времени осталось немного. Закончить ремонтные работы рабочие планируют до конца сентября. Ведь уже в следующем месяце молодежный центр «Мир» ждет насыщенная работа, концертная деятельность и запуск новых кружков. Во-первых, у нас, как и весной, будет в самом начале октября проходить лагерь молодежного актива, на который мы приглашаем вас, в том числе школьники практически со всех школ городского округа приезжают для того, чтобы подружиться, найти что-то интересное, каким-то образом проявить себя. Мы планируем, что у нас будет студия игры на ударных инструментах. У нас будет здесь базироваться школа танцевальная «Инсайт». Продолжают у нас базироваться студии исторической реконструкции «Полос», волонтеры игротехники, просто волонтерское движение. И мы планируем начать работу молодежного медиа-центра. На внешние и внутренние ремонтные работы молодежного центра из бюджета городского округа Истра в начале этого года было выделено 16 миллионов рублей. Площадь «Дружбы» уже отремонтирована, вы, наверное, да, видите результаты, что это и стены вокруг площади, и плитка была поменена, и фасад был изменен. И это продолжение тех же денег, которые были выделены нам в начале года. Но при этом надо сказать, что еще будут проходить ремонты электрощитовой, потому что она тоже находится, ну, ни разу не ремонтировалась, похоже, с того времени, как было построено здание, водозаборного узла и тепло тоже. Мы будем эти работы тоже будут производиться. Отметим, что во время ремонта кинотеатр работает в обычном режиме. Юлия Андреева, Антон Елизаров, Истра РФ.